Друзья, канал VIP Серьезы понарошку и я, Владимир, приветствуем вас. Всем здравствуйте. Район магазина Айгуль. Сегодня на этом месте расположился супермаркет Смол. В одном из видео я уже показывал вам этот супермаркет, делал обзор как снаружи, так и заходил вовнутрь. Сегодня мы пройдемся дворами этого района, посмотрим, как живут люди. Один из подписчиков, Олег Воронов, пишет, что жил и вырос по адресу улица Ломова, 139. В 2000 году уехал с мамой в Россию. Маме 76 лет, и она очень скучает по этому дворику. Прогуляемся, друзья, между домами номер 139. Одна из жительниц пятиэтажки по адресу Ломова 141 Наталья Борисовна Тимошенко украсила территорию перед подъездами фигурами сказочных персонажей. Соседи поддержали Наталью Борисовну, вместе выходили на субботники и сажали цветы. На протяжении нескольких лет Наталья Тимошенко старается сделать свой двор уютнее. «Видимо, гены дают о себе знать», – говорит Наталья Борисовна. «Мой родной дядя Иван Васильевич Лагутин, основатель Володарского художественного музея. Однажды мне захотелось сделать наш двор уютнее. Сейчас уже не считаю, сколько у нас скульптур на улице». Во дворе красуются крокодил Гена и Чебурашка, пират, лебеди, попугаи и другие сказочные герои. Одна из любимых работ павлодарки – композиция на национальную тематику. Это джигит, его конь и девушка в ярком платье. Краски, саморезы, клей, металлопластиковые трубы и гофры Наталья Борисовна покупает на свои деньги. Мастерскую она превратила
балкон своей квартиры. Одна из соседок помогает шить, ходить в магазин за материалами для творчества. Мужчины, живущие в том же подъезде, помогают устанавливать новые фигуры. Наталья Борисовна неважно себя чувствовала, поэтому интервью пришлось отменить. Здоровья вам, Наталья Борисовна, и низкий вам поклон. И, конечно же, спасибо всем жителям, кто принимал непосредственное участие по благоустройству этих дворов. Вы просто молодцы! Канал ВИП «Серьезы понарошку» о городе Павлодар и все, что непосредственно связано с этим городом. Своими видео хочу, чтобы о моем городе узнало как можно больше людей, живущих в разных уголках нашей планеты. Рядом с садиком расположились детские площадки, в основном новые, но кое-где еще сохранились площадки прошлого периода. А здесь, как говорил Евгений Леонов в фильме «Джентльмены удачи», пусть думают, что мы спортсмены. Я сейчас не понял. Может, волки? Ага, леопарды. Мы вышли на улицу Гагарина, впереди улица Катаева, а буквально через дорогу двор школы номер 17.
спортивная площадка 17-й школы. Она предстает перед нами в новом, совершенно современном облике, и я думаю, что она повысит интерес школьников к занятиям спортом. А что нужно качать, чтобы нравиться девушкам и женщинам? Правильно, друзья, конечно же, нужно качать нефть. Мы идем дальше по улице Катаева, в самый центр района МДС. Татьяна Приказчикова хочет просто посмотреть район МДС. Фамилия серьезная, придется исполнить желание Татьяны. Она давно не была в этом районе. Да я думаю, и многие из вас будут рады увидеть улицы этого района. Немного прогуляемся по улице Амангельды, а дальше свернем на улицу Лебяжинская. Многие из вас просили показать эту улицу. Жаль, что я не знаю, какие номера домов вас интересуют. Конечно же, все дома показывать не буду, иначе видео получится немного скучноватым. Улица Лебяжинская. Район МДС составляет в основном частный сектор, дома разной конфигурации и архитектуры, в основном ухоженные, встречаются дома небольшие и дома огромных размеров. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. И не так важно, какой большой у тебя дом, важно то, сколько в нем счастья. Улицы района в основном покрыты асфальтом, но еще остались улицы и с грунтовым покрытием. Друзья, если видео наберет достаточное количество просмотров, мы с вами и дальше будем бороздить просторы района МДС. Далее заглянем в район Гарторга и еще раз познакомимся с микрорайоном Дачный. В общем, время покажет. Огромную роль сыграют ваши комментарии. Мы подходим к улице Камзина, и мне остается пожелать вам всего самого доброго. Счастья вашим семьям и удачи. С вами был Владимир. До скорой встречи на канале ВИП, всерьез и понарошку.